В эфире новости ЮРГУ о том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Мария Краскина. Здравствуйте. Военный учебный центр ЮРГУ получил копию знамен Челябинских дивизий времен Великой Отечественной войны. О том, как прошло мероприятие, расскажем в сюжете. В рамках празднования Дня России у памятника Вечного огня состоялось торжественное вручение копий знамен Челябинских дивизий, сформированных в Челябинской области в годы Великой Отечественной войны. Приглашенные гости, в числе которых герои России и участники специальной военной операции, вручили 14 знамен организациям и вузам нашего города. Так, в военном учебном центре ЮРГУ будет бережно храниться знамя 181-й Сталинградской стрелковой дивизии, которая участвовала в освобождении Курска и Чернигова. Дивизия включилась в тяжелые, изнурительные бои в районе северо-западного выступа Курской дуги. Бои происходили в условиях острой нехватки боеприпасов. Дивизия участвовала в освобождении Чернигова. Дивизия награждена орденом Красного Знамени, орденами Суворова второй степени и Кутузова второй степени. 181-я Сталинградская стрелковая дивизия включала в себя 375-й Челябинский артиллерийский полк и была сформирована в 1943 году. За время Великой Отечественной войны формирование было награждено орденом Ленина, Красного Знамени, а также орденами Суворова и Кутузова. Восстановление знамен проходит на Южном Урале в рамках социального проекта «Полки Победы». В ближайшие годы планируется подготовить более 50 флагов, которые будут участвовать в параде Победы на главной площади нашего города. В ЮРГУ откроют факультет мехатроники и робототехники. Это направление подготовки кадров запустят совместно с заводом роботов. Об этом Алексей Текслер заявил во время обращения к депутатам законодательного собрания. Губернатор напомнил, что в этом году на базе вуза совместно со Сбером запустят школу 21. Там будут готовить ИТ-специалистов. В этом году также совместно со Сбером откроем школу 21, где будем готовить лучших IT-специалистов, а также на базе Южноуральского государственного университета совместно с заводом роботов откроем факультет мехатроники и робототехники. «12 июня в нашей стране отмечается День России. В Южноуральском государственном университете прошли тематические мероприятия в честь праздника». День России – государственный праздник Российской Федерации, который отмечается 12 июня в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 1990 года. В Южноуральском государственном университете прошла череда мероприятий, посвященных историческому дню. Так, со студентами вуза поговорили в формате диалога на равных на тему «Молодежь для России, Россия для молодежи». Сегодняшнее такое полуобразовательное мероприятие, полу-такой диалог на равных был посвящен возможности тем, которые есть у молодежи в нашей стране. Молодежь, она очень такая дышущая, она очень активная, и ей очень важно, чтобы ей говорили о том, что происходит, потому что ребята всегда готовы во что-то вливаться, готовы что-то делать, готовы создавать что-то новое. И вот это, наверное, самое важное отличие, то есть ребята готовы именно делать что-то новое, продуцировать, готовы быть творческими для того, чтобы развиваться в целом как для себя, так и развивать среду вокруг себя. Перед учебными корпусами университета прошла акция «Российский триколор», в рамках которой желающие могли получить ленточку с флагом Российской Федерации. Также в ЮРГУ прошли и другие мероприятия, посвященные Дню России. Студенты ЮРГУ защищают свои выпускные квалификационные работы. Обучающиеся Института медиа и социально-гуманитарных наук презентовали свои дипломные проекты. Учебный год позади. У студентов начался период сдачи экзаменационной сессии, а у выпускников – защита выпускных квалификационных работ. На кафедре журналистика, реклама и связи с общественностью ЮРГУ прошли первые защиты дипломных проектов. Сегодня основным критерием для оценки выпускных квалификационных работ является прежде всего актуальность выбранной темы, научная новизна, но это всегда. И, конечно, желательно, чтобы этот диплом содержал творческую часть. И когда диплом по журналистике – это не только теоретическое осмысление профессии, но еще и практическая составляющая в виде медиапродукта,
фильма, лангрида или какого-то другого продукта, то тогда получается такое полноценное представление о том, насколько же выпускник обладает действительно профессиональными качествами. Первые дипломные проекты были представлены Государственной экзаменационной комиссии. Искусственный интеллект, научно-популярные фильмы, спортивная журналистика и многое другое. Тема выпускных квалификационных работ уже выпускников направления журналистика. Вот в этом году меня удивило, что многие темы посвящены телеграмму. И действительно, это, ну, мы же каждый день в телеграме, да, и ребята как-то вот в тренде, можно сказать, да, были классные работы про изучение языка, про современный язык, язык миллениалов, да, вот все это. Очень классная работа «На злобу дня» про фейки, то, что меня, например, волнует и волнует многих журналистов. Да вообще все работы. Хочу сказать большое спасибо ребятам, которые уделяют внимание в своих работах региональным СМИ. Это тоже очень важно. Вообще все СМИ начинаются в регионе. Если бы не региональные СМИ, то и у федералов не было бы сотрудников, потому что мы здесь их воспитываем, и потом они туда уходят. По итогам первых выступлений все студенты направления журналистики защитили свои дипломные работы на оценку «отлично». Что ж, облегчение, что многие трудности позади, в то же время какая-то нотка грусти по той же причине, что многое уже позади. Но в основном, конечно, радость. Я очень стремилась к тому, чтобы получить степень, к тому, чтобы защитить диплом на 5. У меня будет красный диплом, и, естественно, я этому безмерно рада. Я ощущаю безмерную радость. Я наконец-то рада, что я стала бакалавром. У меня был невероятно интересный диплом про использование искусственного интеллекта. Я очень рада, что у меня получилось благодаря ЮРГУ реализовать этот потенциал, сделать такой проект большой с использованием новых технологий. И благодаря этому я стала бакалавром, журналистом. Вот, я думаю, что у меня еще все впереди. Далее свои выпускные квалификационные работы предстоит защитить студентам Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮРГУ, кафедр «Отечественная и зарубежная история, русский язык и литература, социология, теология, культура и искусство». Впереди будущих выпускников ждет торжественное вручение дипломов на главной площади перед Южноуральским государственным университетом. В Институте медиа и социально-гуманитарных наук Южноуральского государственного университета прошло награждение лучших участников летних школ вуза. Совсем скоро стартует приемная кампания 2024. В ЮРГУ организованы различные профориентационные мероприятия. Среди них летние школы. Школьники и потенциальные абитуриенты могут познакомиться с направлениями университета и погрузиться в специфику разных отраслей гуманитарных, технических и естественно-научных знаний. У нас сегодня был 3 часа китайского языка, я до этого не был в нем. И сегодня мы приобрели навыки написания иероглифов, навыки какой-то минимальной коммуникации, и навыки счета. И вот такое происходило каждый день. Каждый день мы уходили с чем-то новым, чего не знали раньше. В рамках профориентационных смен школьникам рассказывают о направлениях университета и профессиях, которые в будущем они смогут освоить. Одним из мастер-классов стало занятие кафедры русского языка и литературы ЮРГУ, где участники ознакомились с методами и приемами практической филологии. Много внимания уделили основам риторического искусства и основам работы с текстом. Мне кажется, это для них уникальная возможность получить опыт из первых рук. То есть это навыки практической деятельности, навыки практической работы и возможность познакомиться со всеми направлениями нашего института. Цель летней школы ЮРГУ – заинтересовать учеников в выборе институтов университета, куда школьники могли бы поступить. Нынешний формат нацелен на интерактивный характер и прямое участие учеников в профориентационных сменах. Профориентационные смены как раз-таки, да, это мы старались отойти от лекционного материала, мы старались отойти вообще от статичности, то есть это активное движение, активное проявление интереса. Что может способствовать этому? Это, да, мастер
мастер-классы, это интерактивы, то есть любые интерактивные занятия, которые могут зацепить, заинтересовать. Летние профориентационные смены стали возможностью для будущих абитуриентов ЮРГУ ознакомиться с особенностями институтов и кафедр вуза, а также с профессорско-преподавательским составом ЮРГУ. Так, по итогам окончания первой смены лучших участников наградили памятными призами от ЮРГУ. Казанская икона Божьей Матери в Челябинске. Обучающиеся военного учебного центра Южноуральского государственного университета приняли участие в всероссийском молебне о победе. Слушатели военного учебного центра ЮРГУ приняли участие во всероссийском молебене о победе в Христорождественском кафедральном соборе города Челябинска, куда доставили чудотворную казанскую икону Божьей Матери. Данный чудотворный список принято считать иконой русских побед, ведь именно перед ней молились ополченцы во главе с Мининым и Пожарским перед походом на Москву в 1612 году. История Казанской Божьей Матери – это, в принципе, история Руси. С нею связаны все великие победы, все великие достижения нашего государства. И в наше нынешнее тяжелое время это очень важно, что данная икона прибыла там, в Челябинск, что в встрече иконы принимали участие слушатели нашего военно-учебного центра Южноуральского государственного университета. Икона была написана в 1580 году. Принято считать, что чудотворный образ Божьей Матери явился во сне десятилетней девочки Матрёне в 1579 году на территории сгоревшего после пожара Казанского Кремля. В начале 20 века икона была утеряна, ее удалось найти лишь в 2023 году. Вообще это очень, думаю, символично, что именно с казанским образом совершается вот эта часть крестного хода, молебна о победе, потому что этот образ находился в ополчении Минина и Пожарского. Тех людей, которые в смутное время много сделали для нашего Отечества, чтобы освободить его от интервентов и чтобы Россия сохранила свою самобытность, самостоятельность и значимость в мире. Чудотворный список является символом защиты Родины от нападений врагов. В 1812 году к одному из образов Божьей Матери обращался полководец Михаил Кутузов во время Отечественной войны, а в 1941 году икону крестовым походом принесли по блокадному Ленинграду. Икона Казанской Божьей Матери – величайшая святыня для нашего народа уже более 4 веков. Все наше русское воинство всегда молится о победах и всегда она нам помогает. И любой человек во время каких-то трудных испытаний в жизни обращается именно к иконе Казанской Божьей Матери. И всегда она дает надежду и вселяет веру. Я очень рада, что сейчас на Южноуральской земле мы встретили икону Казанской Божьей Матери и участвуем во всероссийском молебне о победе. В молебене о победе принимали участие бойцы специальной военной операции и их семьи, курсанты военных училищ, военнослужащие и жители нашего города. По дороге в другие регионы России святыню завезут на полигон 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле. Всего в молебене о победе примут участие более 52 городов нашей страны. Подведены итоги 2024 года Центра творчества Южноуральского государственного университета. Подробнее смотрите в сюжете. Состоялось подведение итогов 2024 года Центра творчества ЮРГУ. Ректор Южноуральского государственного университета Александр Вагнер наградил преподавателей, сотрудников и творческих студентов вуза благодарственными письмами за участие в студенческой весне и культурно-массовых мероприятиях ЮРГУ. Я считаю, что действительно наш Центр творчества ЮРГУ делает большие успехи. Конечно же, он опирается и на мотивацию, на талант наших студентов, ну и на профессионализм тех людей, кто ежедневно, каждодневно занимается студентами, развивает их творческий потенциал. Конечно же, хочется поблагодарить как студентов, участников всех творческих коллективов, так и их наставников. Большое вам спасибо. Началось награждение с академического хора автотранспортного факультета ЮРГУ. После вручения благодарственных писем студенты впервые исполнили новую песню из своего репертуара «Конь» группы Любе. Далее был награжден ансамбль бального танца ЮРГУ «Crazy Family», «Deep Vision», джазовый оркестр ЮРГУ, литературная мастерская «Парнас» и многие другие. Этот год
Учебный год очень событийный, потому что было большое количество мероприятий. Конечно же, это было главное мероприятие в декабре месяце, когда мы праздновали 80-летие. Мы с большим удовольствием отдаемся подготовке такого праздника, как Татьянин день. В этом году он тоже прошел очень массово, ярко. Мы делали его на улице, и студенты, я думаю, что запоминают такие хорошие, яркие праздники. От Южноуральского государственного университета на всероссийский этап студенческой весны отправились 18 студентов и 2 руководителя. Театр танца Deep Vision занял все призовые места. Коллектив под руководством Екатерины Галановой вернулся домой с золотом, серебром и бронзой. Вокальный коллектив Ladies Band под руководством Елены Шишовой взял еще одно золото. Я джазовый ансамбль играю уже 7 лет, и я рад, что он продолжает существовать. Спасибо нашему дирижеру, спасибо, что он нас держит. А так мы каждый год первым местом занимаем на студвесне. Надеюсь, продолжим. Надеюсь, даже что вот мне не помешает то, что я выпустился, а дальше в него ходить и играть. Коллектив Deep Vision подарил одну из своих 4 стел ректору нашего университета, поблагодарив за поддержку творчеству ЮРГУ. Финальную песню вечера мы вместе исполнили Ladies Band. Летние школы в ЮРГУ. Обучающиеся средних и старших классов знакомятся с направлениями университета. В Южноуральском государственном университете стартовали летние школы для обучающихся средних и старших классов. Первую смену открыло направление медиа, которое проходит на базе Института медиа и социально-гуманитарных наук. Для ребят провели экскурсию по медиаэтажу вуза, а также рассказали о работе редакции телекомпании ЮРГУ-ТВ. Также школьникам провели лекцию на тему VR-технологий, показали радио университета. В практической части ребята смогли попробовать себя в роли телеведущего программы «Новости». Мне интересна эта сфера, я, возможно, в будущем буду журналистом. Это было очень интересно, познавательно, и это, я считаю, это достаточно полезная практика. Мне больше всего понравилась кафедра журналистики, нам провели мастер-класс, мы читали с видео суфлера и смогли попробовать себя в роли настоящих журналистов. Благодаря летним школам ученики могут познакомиться с любой интересующей их профессией. Всего в ЮРГУ организовано более 10 направлений. Самое необычное было то, что люди намного интереснее преподавали, чем, к примеру, в обычном лагере. Но здесь также было интересно то, что каждый день меняются всякий рассказ. К примеру, мы проходили вчера о том, что у нас есть информатика. Проходили тему по информатике, работали с Paint'ом. В завершении обучения в летних школах ЮРГУ каждый институт и высшая школа проведет награждение лучших учеников, которые посещали все занятия и проявили себя как активные обучающиеся. Южноуральский государственный университет будет готовить кадры для ведущего предприятия Ростеха. Предприятие «Сплав» имени Ганичева, входящее в корпорацию «Ростех», заключило контракт с Южноуральским госуниверситетом. В планах представлять места для практики и формировать кадровый резерв. Компанию интересует взаимодействие по специальностям боеприпасы и взрыватели, роботизация и инжиниринг сварочного производства и конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Кроме того, будут задействованы и другие направления. Сотрудничество предполагает и дополнение вузовской программы, включая курсы и проектное обучение. У нас очень... На обучение по целевой программе компания планирует направлять детей сотрудников сплава. Практиканты от ЮРГУ также будут формировать кадровый резерв предприятия. Трудоустраивать планируют студентов, подходящих под требования. Среди условий – хорошая успеваемость, отсутствие долгов по учебе и мотивированность работать в компании. Кроме того, на выбор кандидата будет влиять и рекомендация вуза. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах YouTube и Рутуб, а также платформе Яндекс.Дзен. До встречи в эфире!